キャットボーイズパラダイス。Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуко Фэмили, и сегодня необычный день. Почему он необычный? Если вы видите этих котиков, то сегодня Международный женский день, 8 марта! Поздравляю всех девушек с Международным женским днем! Поздравляю девчонок! Желаю им счастья, здоровья, долгих лет жизни, встретить свою любовь, чтобы было побольше вкусняшек, денег. Все мечты свершались, я поздравляю искренне Снежану Демину, мою хорошую знакомую. Я поздравляю Евгению Лекомцеву, Женьку, тоже поздравляю с этим международным днем. Я поздравляю всех моих знакомых женского рода. Я поздравляю Марию Кутепову, тоже мою хорошую. Вот. Короче, в общем, ребятка, собираемся. Сегодня мы будем играть в необычную игрушку Некл Пара, которая специально сделана для женской аудитории. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, смотрите со своими парнями, друзьями, знакомыми, кто у вас, какая есть пара, друзья, будущий парень, будущий муж. Короче, собирайтесь, пейте чай с тортиками, с пироженками. Сегодня прекрасное настроение у меня, будет прекрасное настроение у всех. Я буду пытаться озвучивать, играть подольше именно сегодня ради вас. Именно я, Казуко Фэмили. Я надеюсь, вам понравится такой формат. Поэтому, в принципе, сейчас подождем, кто соберется. Вот. Кто не соберется, тот со временем придет. Да. В общем, приготовимся. Музыка тут офигенная. И рисовка тут очень приятная. Так. Я надеюсь, кто-то подойдет. Если нет, тогда либо перемотают, либо начнут. Короче, дело к ночи. Так. Я, в общем, немножко восстановился, выпил волшебную таблетку. Я болею, но ради вас, ради девушек, ради всех. С праздника хочется как-то встать с той ноги и все-таки принести что-то хорошее, какое-то, знаете, разнообразие в свой канал. Короче, всем приятного просмотра. Так. Фенел. Здорово, пушистик. Фенел-сан, доброе утро, Фенел. А, ты уже здесь, Фенел? Ты очень рано. Вижу, вы пришли на 10 минут раньше. Это хорошо, мы можем начать работу раньше намеченного срока. Постарайтесь ввести это в привычку. Кстати, а когда ты пришел сюда? Ты оказался здесь раньше нас, а значит, 15 минут назад? 30 минут, по сути дела. 30 минут? Сегодня мы впервые встретимся с нашим работодателем. Опаздывать на такое событие нельзя, ни в коем случае, но при этом приходить слишком рано также неприемлемо. Ха! Ты явно относишься к этому всерьез, Фенель. Погоди-ка, а где Лурия? Я его нигде не вижу. Ой-ой, что же нам делать? Времени осталось мало. Я попробую дозвониться до него. Он не берет трубку, но связь останавливается, значит, его телефон точно не выключен. Он не оставляет нам выбора. Если он не придет к назначенному времени, мы просто пойдем без него. Кажется, он не успеет прийти вовремя. Сейдж, Дил, пошли. Лады. Ну, тут анимация прикольно сделана. Мне уже не терпится увидеть, каким будет наш босс.
Босс-молокосос. Только посмотрите на все эти старинные настенные часы! Быть может, это такое хобби у хозяина? Он человек культуры, как я погляжу. А, я слышал, что наш босс – женщина, только что окончившая колледж. Тогда, наверное, за декор был ответственен ее дедушка. Думаю, он был первоначальным владельцем этого места. Так она... Мя? Ребята, вы слишком громкие, мне так хорошо спалось. Лория-сан! А вот и Лория. Во? А, выходит, Лория пришел сюда раньше нас. Ту-ту-ту-ру-ту. Ты что делаешь? Мя, разве не очевидно? Я спрашиваю, почему ты спишь у нее на коленях? С этого момента я буду спать здесь, я ведь прав, госпожа? Так, а кто госпожа? Видишь, она сказала да. А, госпожа это главный герой? А, с моей точки зрения это больше выглядит так, будто она не может отказать. Кстати, да, логично, что главный герой будет, ну, экран, наверное. Вот. Так что выпью за ваше здоровье, глоточек кофе. Да, мы все любим кофе. Кто любит кофе плюс? Кстати, пацанчики, кто в чате? Даня, Семен, там кто еще будет? Не забудьте девчонок поздравить с Международным женским днем. Это их день, поэтому... Alright, motherfucker. Да. Так. Если вам это не нравится, то так и скажите, иначе кот просто возьмет над вами верх. Не думаю, что коты вообще будут слушаться. Но это то, что людям нравится в них. Именно. На-на-на-на-на. Мяу, я сонный, пойду обратно спать. Ты и правда свободный духом, Лорье. Точно, мы еще не представились. А Лория уже... Да? Он спит. Забавно. Он уже уснул. Можно стоит представиться, Финель? Конечно, я пойду первым. Меня зовут Феннель. Моя любимая еда – прошутто и паста со сливочным сыром. Нифига котяры едят. Я могу приготовить блюдо любой кухни, будь то японская, западная, китайская, на мой профиль блюдо. Ой, с макарон. Макарошки топчик. Ставим плюсик, то макарончик топчик. Макароны вообще топ. Ту-ту-ту-ту-ту. Мое хобби – работа и чтение. Я буду здесь, чтобы обучить вас тому, как стать полноправным менеджером кафе. Мне уже не терпится начать работать с вами. Меня зовут Сейдж. Любимая еда – рыба и гриль, и дорояки. Профиль – блюда японской кухни. Мне нравится принимать ванну и пробовать всевозможные сладости. Я довольно сильный, так что представьте всю тяжелую работу мне. Я Дил, моя любимая еда отбивная и амурайсу. Я умею готовить все виды блюд западной кухни, но думаю, что моим профилем является моя любимая еда. Я обожаю гулять и читать модные журналы. Знаю, это должно быть сложно, когда твой дедушка скончался, и тебе вдруг пришлось взять управление кафе на себя. Но мы здесь, чтобы помочь, так что давайте постараемся. Лория, твоя очередь. Лория! Не надо кричать, я тебя прекрасно слышу. Лария здесь. Я люблю сэндвичи, у меня хорошо получается их готовить. Моё хобби спать и... Да, наверное, у всех много хобби спать. И играться с вещами. Мя-мя-мя-мя-мя.
Да, плюсик, кто любит спать. Тут, наверное, до хрени еще людей таким будет. Если вы хотите, чтобы я делал свою работу наилучшим образом, то, полагаю, вы предложите соответствующее угощение в обмен... Лария, пожалуйста, не заставляй нашего работодателя чувствовать себя... неловко. В общем, мы вчетвером будем работать здесь, в кафе. Судя по всему, уже готова к открытию, да? Тогда мы сможем открыться завтра с утра. Кафешка, значит. А это значит, что сегодня мы можем спать весь день. Хрю-хрю-хрю. Чё? Вы хотите показать нам это место? В смысле? Мы будем работать и жить в одном месте, да? Мне уже не терпится увидеть дом, в котором мы будем жить. Вау. Как будто кинофильм, да-да-да. Красный дом. Или как будто время вокруг него остановилось. Кстати, всем, кто пришел, еще раз привет. Всех с 8 марта. С вами Казуко Фэмили. В честь 8 марта мы играем в такую необычную, прикольную игрушку. Всем спасибо. Не забывайте про репосты, лайки и приглашать друзей. Вашему дедушке однозначно был утонченный вкус. Уверен, интерьер внутри него также великолепен. Я очень благодарен за возможность остаться в таком месте. Пока у меня есть крыша над головой, я могу спать где угодно. Да, аналогично. Серьезно? Вы двое... Ладно, поболтали, хватит. Мы можем позволить ей показать нам окрестности. Конечно, не могли бы вы сопроводить нас. Воу, вы только оглянитесь вокруг. Как тут круто. Цвет стен гармонирует со старинной мебелью, создаваем тем самым очень приятную атмосферу. Где еще можно насладиться чашкой утреннего кофе, если не здесь? Кстати, не сделал за вас глоток, дамы и господа. Спаки-ноки, ня. Хрю-хрю-хрю. Лория, правда, может спать где угодно. А, ну когда кот так рано ложится спать, это делает его здоровым и все такое. Так что я бы сказал, это правильная идея. На диванах сидеть надо, а не спать. Кровати не просто так придумали. Да ладно, для котов даже диван кровать. Оу. Мы спим на любом удобном месте, как коленки нашей госпожи, к примеру. А этот парень понимает. Хотя если бы я попытался это сделать, ее ноги онемели бы, а это совсем не весело. Кажется, я тоже понимаю привлекательность хороших коленок. Коленок? Теперь, когда мы увидели гостиную, не могли бы вы проводить вас в наши комнаты? Мы будем жить на втором этаже и вчетвером разделять одну комнату? Если это так, то я займу гостиную. Терпеть не могу шум. Мне тоже нужна тишина, дабы я мог сосредоточиться на учебе. Но тем не менее, я не могу с чистой совестью одобрить сон в гостиной. Мяу. Лично мне нравится, когда все оживленно. Мне тоже нравится веселиться с вами, ребята, так что не будем жить в одной комнате. А у нас будут свои комнаты? Чудесно. Мя, значит я могу спать столько, сколько захочу. Оу, именно тогда, когда я начал возлагать надежды. Сейджи-сан. Все нормально, ты можешь приходить к нам и весело проводить с нами время, Сейдж. Я буду рад видеть у тебя в себя в любое время, так что заходи, когда захочешь.
Аригато. Спасибо, чел, я воспользуюсь твоим предложением. Ба! Так сан хея га ару не. О, здесь так много комнат. Значит, та дверь справа в конце коридора ведет к кабинету дедушки. Нам лучше держаться от нее подальше. А где ваша комната? То, что напротив кабинета, тогда я знаю комнату за соседней дверью. Лория-сан, эй, Лория, так нечестно. Кто успел, тот и съел. Не я устанавливаю правила. Энел, наверное, единственный, кто готов помириться со мной силами. Но я бы все равно выиграл. Если ты хочешь стать ее домашним котом, тебе просто надо доказать ей свою полезность. И да, я уверен, что смогу это сделать. Соревнования друг с другом не приведут нас ни к чему хорошему. Я бы предпочел, что все мы были друзьями. Я согласен с Сейджем, почему бы нам всем не стать ее домашними котами? А, но если мы так и поступим, я все равно хочу быть для нее номером один. В чем дело? Почему у вас такой растерянный вид? Вы думали, мы здесь только для того, чтобы помочь с магазином? И вы впервые слышите про домашних котов? Блин, музыка мне очевидно нравится. А здесь нельзя типа там делать? Как скрины делаются? Блин. Чё, никак пропустить нельзя? А, вот так, правой кнопкой. Бля, красивый скрин, кстати, будет. Отлично. Так. Вам в школе об этом не рассказывали? Оу, что ж, неудивительно, что вы в полном замешательстве. Коты ходят в школу. Кошачья школа. Прикольно, прикольная ассоциация. Вот, мне нравится то, что вроде бы это аниме игра, да? Новелка. Но приучивают игроков, если играть будут дети, да, там девочки, мальчики, что даже коты ходят в школу, чтобы получить знания и общие жизненные навыки. То есть это довольно полезно в Японии, получать знания даже, ну, типа для котов. То есть дети, у них не будет мысли в голове, что не ходить в школу это круто. Наоборот, ходить в школу это круто. Но, опять же, разные страны, разная политика, короче. Ну, вы поняли. Да. Немножко комментария, да. Ничего страшного. Поехали. Конечно, мы об этом знаем. Только что я об этом тебе сказал, Финель. Да, постоянного работодателя, либо хозяина. Да. Ну, типа, имеется в виду, ты прислуга, а у тебя есть хозяин. Ну, в Японии это нормально. Работодатель, ну, это как у всех. Ну да, кто-то быстрее выпускается. Кстати, да, можете в комментариях написать, кто закончил 9 классов, а кто закончил 11 классов. Тоже довольно интересно будет узнать. Я все-таки хочу разговаривать с аудиторией. Это нормально. Ну, вы поняли, да. Так, в общем,
学校でいろんなことを学べるのは楽しいんだけど、やっぱり猫だからね。自分を心から愛してくれる飼い主、雇い主に出会うことを心待ちにしてるんだ。Ну, это имеется в виду ассоциация коты и хозяин, а не люди. Ну, там тоже есть своя политика со служанством, прислуги точнее. И мы надеялись, что это будете вы, ну, то есть главный герой, главная героиня получается. То есть, получается, мы играем за женщину со стороны игры. Да, то есть мы играем не игроком, а то есть, почему именно я ассоциирую с 8 марта, потому что якобы девушка, вот эта главная героиня, она этими котами руководит. Короче, все поняли. Не буду жевать, разжевывать. Да. Чего? Нет, вам не нужно извиняться. Мы сами виноваты, что понадеялись. Это типа он с нами разговаривает. それならそれで問題ない。Не вижу в этом никакой проблемы, мяу. Лориса? Ты это о чем, Лорье? Коицу а Она хочет, чтобы кафе продолжало работать, но у нее нет ни персонала, ни деловой хватки. А то есть, коты научат нас этому, да? Мяу. Мы тоже новички, когда дело доходит до последнего, но мы можем научиться в процессе работы, разве нет? А он прав. Если ты хочешь стать ее домашним котом, тебе просто надо доказать ей свою полезность. Даже если это совсем не интересно, ее чувства могут измениться, если мы проявим себя. Во. Верно. Ого. Вы двое и правда все продумали, а? Все любят котов. И есть способы заверить ее в этом. Я просто иногда запинаюсь, когда быстро читаю. Ну, то есть, медленно читать, но это слишком медленно, да. Обычная скорость чтения. Кстати, я читал в каком? В 5 классе 200 слов в минуту. Это было быстро, кто-то читал 250 слов в минуту, кто-то 180. Короче, скажите в комментариях, пока кто-то тут, где-то там, за экраном, та-та-та, кто сколько читал слов в минуту. Вот, мне просто интересно. Опять же, общение с вами, ребятушки. Ну, это также касается и девчонок, и мальчишек, всех. Ня-ня-ня. А я опять делаю глоток кофе. И хочу попробовать конфетку с колой. Чисто по приколу. Так. К примеру, обвить вот так свой хвост вокруг нее. Мяу. А потом посмотреть наверх и дать милое тихое мяу. Это сработает наверняка. О! Дайжобы? Ань, вы в порядке? Сколько раз я должен повторять, чтобы ты не ставил ее в неловкое положение? С чего бы я чувствовать себя неловко? Я просто веду себя как кот. О, тоже неплохой кадр. Сейчас. Так. Сколько там по времени выходит? 23 минуты, ну да. Все еще начало. Так. Мяу. Эти разговоры меня вымотали. Пойду спать в своей комнате, мяу. Если честно, этот парень... О, вот этот кадр офигенный. Ну, в какой-то степени, да? Втроем. ここまでの出来事を記録しますか? Музыка тут вообще топ. まあ、猫らしいといえば猫らしいよね. Ну знаешь, кот будет заниматься тем, что ему свойственно. Все это было довольно неожиданно, я уверен, что ей нужно многое переварить.
Почему бы нам не закончить на сегодня? Соですね. Но Дил-кун ва доно хэйо? В какой комнате будет жить Дил? Джа, Лори-сан но тонари ни сурио. С комнатой с Лори-е? Дева, ватаси ва ичибан кайдан ни чикай хэйо ни шимасу. Они, короче, расселяются, да? Соре нара, Феннелу но тонари ни сурио. Я буду твоим соседом, Феннелу. Коре де зэйн. 部屋が決まりましたね。のだ。え？あ、さっきの飼い猫の話なんだけど、今すぐには決められないけど、前向きに考えたい。だから時間が欲しい。え？そう言ってくれるだけですごく嬉しいよ。Короче, мы это обдумаем, да? 学校側から派遣期間を設けられていませんからね。Школа не ставила нам никаких временных рамок.あなたに買いたいと言ってもらえるよ。Мы приложим все усилия, дабы вы были уверены, что именно мы те коты, которые вам нужны. Блин, музыка топ вообще. それで全員飼い猫になれたら幸せだな。Было бы здорово, если бы мы все стали домашними котами. まずは喫茶店の手伝いです。明日が初日なので、皆さん頑張りましょう。Завтра будет наш первый день, так что давайте выложимся на полную.Хорошо. О! Замётано. Чего? Он спит? До сих пор спит? Чувак меня вообще поражает. Он скрин делать будет, алё? Мужик, сделай скрин.Прошу тебя. Сейчас я, кстати, ребят, подойду. Сниму штаны, жарко, блин, капец. Весна прям быстро пришла. Да. Такс. Хрю-хрю. Мя. Ой. Спокойно. Я не ожидал, что вы внезапно перевернетесь во сне. Вы чуть было не скинули меня. Почему я сплю рядом с вами? Хотя у меня есть своя комната. Потому что это кровать. Коты могут свернуться калачиком и спать в любом месте и в любое время. Я могу и в своей комнате спать. Но в местечке поудобнее мне спится намного лучше, понимаете? Спится лучше рядом с вами. О, какой хитрый. Ха. Проказник. Поэтому я просто обожаю таких людей, как вы. В натуре? Такие коты вам не по вкусу? どう答えたらいいのかって顔をしてるな。ほら、もっと近くに来い。Что ты хочешь сделать, кот? これならぐっすり寝るぞ。Спать с нами. Хрю, хрю, хрю. Чего? Че такое?Музыка поменялась.
Блин, классная музыка. Блин, мне прям нравится музон. Музыка прям красивая. Мне нравится. Давайте прям послушаем, покайфуем, да? ここまでの出来事の確認ができ、ここまでの出来事を記録しますか? Кайфы. У меня вечно, блин, время сбивается в этом стиме. Именно как-то так. Ну да ладно, главное, что дата не сбивается. Время не так критично. Не сплю в такой час. Я веду стрим в честь 8 марта. Вот и не сплю. А, понятно, значит вы не можете спать, когда ведете стрим. Да ладно, когда Лария рядом с вами. Разбужу его. Не надо. Когда он так крепко спит. そうやったわ。そうやったわ。あなたがそういうのなら無理に起こすのはやめておきましょう。ですが、本当に困っていたら遠慮なく言ってくださいね。だ、オッケー、オッケー、ムジュ。お礼を言う必要はありません。私たちはここにお世話になっているんです。できる範囲で力になるのは当然のことですよ。 そのために今も喫茶店経営に役立つ本を読んでいたところです。私も喫茶店経営は初めてなので、できるだけたくさんの本を読んで勉強しなければと思っていまして。別に偉くはありませんよ。やるからには完璧に。それが私のモットーです。Сделай это идеально. 完璧にできるかはわからないけれど、あなたも自分なりに頑張りたいと思っているのですね。素晴らしい。それでこそ私たちの雇い主です。あなたとなら切磋琢磨していけるでしょう。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 切磋琢磨していけるでしょ
Ха. Необычно вблизи кадр получается. Ну, выглядит весьма прикольно. Мы хоть кадр сделали, нет? Кадр где сделали, да? Сате, ваташи ва моу скоши бенкё шимасу. Ну, давай. Ашита ва хаяй ноде. Хай. Спокойной ночи, да. Чего? Утро. И этот спит. Может, проснёшься, Ларье? Ларье. О. Прикольная гость. Ну, это кухня, да? Кухонка. А кто там? А, Сейчи. Доброе утро. Генкина Хенча. Да, я всегда такой бодрый, бодрый кот. Кастрюля закипела. Завтрак.
무치そういえばお前に話してなかったな。人に話す感想ね。お開きになってからみんなと相談して当番制で料理を作ることにした。お前か。お前は俺たちの雇い主で、ここの家主だから。料理当番には入れてないぞ。это я уже понял。そんな申し訳なさそうな顔をするな。お前、卵焼きは好きか。тонко подмечено. Вам нравятся жареные яйца? Наверное. 好きか嫌いかで言うと好きなんだな。それならよかった。Дегустатор жареных яиц. ちょうど卵焼き…さ、あーんだ。どうした？あーんされるのが恥ずかしいのか？Кормит кот。ここには俺とお前しかいないから、誰かに見られる心配はないぞ。ну такие ушастики да, кормят прикольно。ほら、あん。よしよし。次は味噌汁を飲むか。рагу。それとも煮物を味見するか。нифига себе прикольное сочетание。хорошая девочка。たくさん味見すると。朝ごはんを食べられなくなりそう。マユミシンケジョウだ。じゃ、最後にもう一口だ。あーん。お、まるで猫みたいに逃げていったな。かっこしく。仕方ない。味噌汁は俺が味見するか。ちょわ。что такое？Не ошпарила язык. Что, якедо してないといいが。わっ！うん。僕は大丈夫だけど。столкнулись с Дилом. そっか。怪我がなくてよかった。でも、いきなりリボンの扉が開いて、何かあったの？よく見たら顔が赤いね。もしか、熱はないんだね。僕？僕は散歩してきたところなんだ。で、ごりゃん。うん。散歩が趣味っていうのもあるんだけど、この町に来たばかりで、散歩ついでに、どこにどんなものがあるか、おしゃれな雑貨屋さんに、隠れ家的なお店、それに、あそこのベンチで昼寝したら気持ちよさそうだし、天気のいい日に行こうかなって計画してるんだ。そうそう。公園の近くにコンビニがあったから、寄って雑誌を買ってきたんだけど、どこのページだったかな。あ、これこれ見て見て、このコーデ今の流行りだし、何より君にすごく。このコーデならメイクはちょっと大人っぽくてもいいかも。自己紹介の時にも言った。それだけなら大した出費じゃないんだけど、雑誌に載ってる服を見ると買いたくなっちゃって。Не, ну все наряды скупать это тупо вообще. Нужен какой-то определенный вкус. Стильный? Не, все покупать это не стильно. Аригато. Ошаре га дайски дакара. Комплимент. Сой те морайте, сугоку уреши. Не, ну представьте прикол. Вы скупаете все в магазине и вас называют стильным. Это не стильно, это глупо. Должен быть какой-то определенный вкус. Но это мое мнение.実は今の話をして、無駄遣いする猫だって呆れられるんじゃないかって心配だったんだ。服だけじゃなくメイク道具も揃えてて。メイク道具ってどれも可愛くておしゃれだから、ついつい集めちゃうんだけど、僕じゃ使えない色とかもたくさんあって、もったいないなって思っててさ。だから、もしよかったら君に使ってもらえないかなって。そっか、メイクにあんまり自信がないんだ。じゃあ決まり。君って素材がいいからメイク映えすると思うよ。リル君、それにあなたも。こんなところで何をしているんですか？あ、フェンネルさん、おはよう。おはようございます。お、ドブラウト。彼女とはたまたま会ってファッションやメイクのことを話してたんだ。モディ、マキアージュ、フィアカフィアーチュ。良いことですね。接客業に携わるのなら、接客業に携わるのなら、クソや化粧にも気を配らなければいけない。あなたの顔立ち、
雰囲気は相手に好印象を抱かせます。服装や化粧にも気を配れば、さらに印象が良くなるでしょう。なりゃってマキア、あのフェンネルさん、彼女が失礼しました。距離が近すぎましたね。なんだ、フェンネルさんって天然で黒くから油断ならないかな。エアとスピード、ローリエさん、おはよう。ローリエ、おはようございます。ちゃんと来てくれて安心。こいつにご褒美を。やばい、ショイスティモン。ご褒美？君、ローリエさんに何かあげたの？Ну, стимул это не всегда подарок. Мата кау га акаку натта кет... Недоку о каште морат... Кровать. Недоку? Масака Лори... Соиеба, Лориэ-сан га тонари де нетеиру кара немуре най то итте имашта. Феннель-сан ва щиттете мокунин те кото? Конна ни хаяку кайнеко га кимару нанте омотте накатта ё.別にローリエさんを飼い猫にしたわけじゃないんだ。ああ、ローリエさん、なんで自分の部屋があるのに彼女のところで寝よう。猫は居心地のいい場所で寝るんだ。そういうわけで。ずるい。僕も彼女と一緒に寝たい。Все хотят с ней спать。猫は居心地のいい場所は譲らないものだ。забавно сделано все。あなたたち、彼女が困っていますよ。もうこんな時間ですか。確か今日の朝食当番は聖司さんでしたね。おお、賑やかだと思ったらみんな廊下。呼びに行く手間が省けた。朝ごはんができてるから中に入ってくれ。くんくん、あ、お味噌汁のいい匂いがする。味噌汁ってやっぱ使うコーヒー。和食か。たまには和食もいいですね。ただねえねえ、君はどこに座るの？和食。あそこ？じゃあ僕は隣にするね。やるな。こういうのは早い者勝ちなんでしょ。ああ、早い者勝ちだ。あ、彼女の前の席。そっか、隣じゃなくて前っててもあったんだ。ディル君、隣いいですか。どうぞどうぞ。ごいして。俺はローリエの隣だな。ゴシッにプロゴチゴシッな。それじゃみんなで手を合わせて。レベルいただきます。いただきます。なりたい。この卵焼きふわふわでおい。焼き方にコツがあるんでしょうか。焼く前にしっかりフライパンを予熱して卵液を数回に分けて流し入れると。ふわふわの卵焼きができるぞ。こっちの煮物も自信作だから食べてくれ。自信作だけあるな。それに出来たてだからホクホクしてるよ。君もパクパク食べてるね。あ、ちょっとじっとしてて。ペロペロ。あ、どうしました？食事中に立ち上がるのは感心しませんよ。頬を舐められたから驚いたと。猫が舐めるのは珍しくないだろう。ああ、猫にとって愛情表現だからな。聖司さん、誤解を招く言い方はやめてください。彼女が先ほどより動揺しています。別に間違ってはいないだろう。Облизали главную героиню。それはそうですが、言い方があるでしょ。猫が相手を舐めるのは猫の習性であり、信頼の証なんです。
Интересно. おそらくリル君はあなたに対して家族のような愛情を抱き、それで舐めたのだと思われます。うん。君と過ごすことに安心感が出、あ、お店ではやらないから。Во время работы. あと、驚かせちゃって本当にごめんなさい。許してくれるの？ありがとう。あと、さっきのあれは愛情表現というより、君の頬におかずがついてたから思わず舐め取っちゃったんだ。Приятная еда。次からは気をつけるけど、また猫の本能が出ちゃったらごめんなさい。え？猫の本能なら仕方ない？自分、うんね。君って優しいね。好きになっちゃいそう。Мы любимся。リル君。ごめんね。Японцы。お味噌汁が冷めちゃうし、料理が冷めるのももったいないから食べよっか。ごちそうさまでした。セイジさん、もう食べ終わったの？ああ、俺は一口が大きいからな。だいたい早く食べ終わるな。しっかり噛んでいますか？飲み込むのは体によくありませんよ。Да, кстати, пережевывать надо, потому что не пережевывать это, короче, плохо. Сейчас конфетку себе откроем. Секунду, ребятушки. Так. Кофе, увы, закончилось. За новым кофе надо идти. Идти, короче. И еще готовить чайник. Да, пережевывать пищу всегда надо. Так даже врачи говорят. Зимпай, что крепи, аригато. Чанто кандер кара, дайжобу дасо. Зубы. О, чотто, омай. Кимпира гобо оишисоу ни табете ита даро. それでスコルネラポハ。悪い。遠慮しなくていい。のだ。ほら。その調子で全部食べてくれて構わないからな。ローリエさん。ニパッカーの餌付けしない。餌付けって。彼女の方が猫みたいだね。ローリエさん。きんぴらごぼうを全然食べてないで。あ、いや。遠慮しないで。もしかして苦手なんですか？Кто знает。あ、苦手な料理だから彼女に食べてもらったの？辛い料理が苦手なんだ。Острая, что, лапух острый, что ли? Наверное, да? そうだったのか。知らなかったとはいえ、悪いことをしたな。料理当番を決めたときに聞いていませんでしたからね。良い機会です。皆さんの苦手な食べ物。俺は辛い料理全般だな。特に苦手な食べ物はないぞ。ああ、猫舌だから熱い飲み物、私も特にありません。僕は特に生魚が苦手なんだ。猫なのに苦手なの？うん。猫の時に生魚を食べてお腹を壊しちゃって、それ以来苦手なんだよね。
お前はどうだ？苦手な食べ物はあるか？そうか、特にないんだな。好き嫌いでは、晩ご飯からそれぞれの苦手な食べ物は避けて作りますね。あ、当番はフェンネルさんだもんね。どう？君も？明日の朝ごはんは僕だから期待してくれると嬉しいな。俺の料理を食べたら病みつきになるぜ。皆さん、食べ終わったのなら片付けをしてください。Да, кстати, пора вам, ребятки, вам открываться. Вот тайхэ! Ты права. А, исойдэ катаске сэрзо! Давайте убираться. Маньятта! Блин, слишком быстро всё было. Вовремя. О, исойдэ китагара. むしろ回転時間に余裕があるな。Много свободного времени。うん、回転は10時だけど、まだ8時前だし、急いでくる。そんなことはありません。А у него прикольный прикид。回転前にやることはたくさんあります。レジの立ち上げ、食器類のチェック、食材やドリンクのチェック、店内の清掃チェック。Кстати, да, перед открытием любого кафе нужно настроить кассовый аппарат, проверить посуду, проверить запасы напитков, ингредиентов, тщательно осмотреть интерьер. Ну да, у всех кафе так. Кто знает, тот знает. Я надеюсь, Женя точно знает. У них тоже типа что-то кафешки. Ну, реком целого Женя знает, у них кофейня, да. Даже более, кафе. Кафе, по-моему, да, кафе. Или, короче, ладно, типа того. そして何より大事なのは反則です。Мероприятие на день. お店の準備が万全でも反則活動を怠っていその点は問題ありませんか？Да. Так точно. チラシを作成して、листовки по всему району. 他にも以前の常連客に声をかけていると。Вебсайт. そういえば。ホームページは作成していますか？Ну да, веб-сайт это важно. では、どんなホームページなのか確認させてください。フェンネルさん、僕たちは開店まで何をしてれば？そうですね。清掃チェックと食材やドリンクの補充が十分かを確認してください。Соблюдение гигиены, убедиться, что у нас достаточно напитков и ингредиентов на день. Ну да. 了解。Есть. Но...食器類のチェックを忘れていました。Проверить столовые приборы。何ですか？まだ開封していない段ボールがある。Не вскрытые коробки。すぐに使う予定がなくても、中身は確認しておくべきです。誠司さん、あ、任せてくれ。ああ。さて、残りはローリエさんです。Так, а я этот скрин не делал, да? По сути.ここまでの出来事、ここまでの出来事を記録する。Можно, в принципе, и третье сделать. На всякий случай. Дорие сан, кассовый аппарат. Да, настраивает кассовый аппарат. それと、レシートに喫茶店名が印字されるよう設定しておく。店名の上に猫のマークが印字されていますが、猫が店員なんだから、それをアピールしないと。Поскольку нас здесь работают коты。最近では人型猫の店員は珍しくありません。しかし、働いていると知れば興味を引かれて訪れるお客様はいるでしょう。良い着眼点ですね。あと。セット割引が入力されたら自動的に割引されるよう設定しておく。わざわざ割引計算しなくていいから、その分手間が省ける。логично, логично. どうした？猫なのに鳩が豆鉄砲く。失礼ですが、あなたは寝ることにしか興味がない猫だと思っていた。さて、どうだろうな。俺を働かせたんだ。ご主人様はどんなご褒美をくれるんだ。
さほど働いていないのにご褒美をねだらないでください。あなたが優秀だと分かったので頼みたい仕事がいくつかあります。まず本気を出せば何でもできそうなのに、うん、猫らしく、ん？ああ、ホームページの確認でしたね。Она мне покажет веб-сайт, да? 見やすく、デザインの配置も分かりやすい。ただ、店内の写真が少なく感じますね。せっかく年代を感じさせる喫茶店なのに、そちらを制作会社は、分かりました。はい。写真を掲載するなら、私たちが写っている写真はどうかと。ああ、悪くない案だと思います。とはいえ、私たちだけで決めるわけにはいきませんからね。Это спит, как всегда. ローリエさん、起きてください。目を覚ます気配がありません。すみません。あなたが彼を起こしてあげてください。ああ、起こすときは優しくお願いしますね。もう開店時間か。まだ開店まで時間はあります。実は彼女から私たちの写真、俺は構わない。ディル君とセイジさんにはあなたが聞いてはお願いします。これで綺麗になったかな。あれ、どうしたの？ああ、掃き掃除してたんだ。なんだ？ちょうど写真？わあ、みんなで写真を撮るなんて楽しそう。もちろん賛成。じゃあ、パノカ、я хочу сделать скрин。あ、ちょっと待って。看板に営業時間と絵が上手？リサバイス。さすがにプロみたいは褒めすぎだよ。さてと、セイジさんも呼んでこなくちゃね。セイジさん、さっき食材とドリンクを確認したときに厨房にいたから、まだいると思うよ。Делали они реально это? Как его сказать? Фото Японии, вот этих кафешек, мне просто до жопы интересно, было бы круто.でっかい段ボール箱を軽々と持ち上げて、そのまま片手で中身を出しちゃうんだからすごいよね。ムタスキを縦じむ。いいなあ、憧れちゃうよ。え、僕の絵の才能にあこあ引き止めちゃってごめんね。じゃあまた後で。よし、これで全部だな。Этот готовят。お、お前か。Ну да, есть такое дело, мужик. そっちの確認は終わったのか。Фотография, ну да. 俺たちの写真をホームページに掲載するのか。他のみんなも賛成なら問題ないが。Фото, ну. ああ、そうだ。開封していない段ボールがあると言っていたろ。Давайте, и про коробки тоже нахер. あれ、頻繁に使用するグラスやコップ、皿類はそこの棚の中段に。鍋やフライパンは下段。上段には使用頻度が高くなさそうなものを入れておいた。お礼なんていい。自己紹介の時に力仕事は任せてくれと言っただろ。食材が入った段ボール箱を厨房に運んだりするのは大変だろ。入れたし、そういう時はよしよし。おいしいおいしい。お、俺に頭を撫でられるのは嫌か？嫌じゃないけど。こういうことは人間がするものじゃ。確かにその通りだ。これじゃあどっちが人間で猫かわからん。どうだ、これなら俺の頭を撫でられそうか。これはいいな。セイジさんたち何して。ああ、ディル君、大声を出してどっこ。これは、セージが抜け駆けするとは思わない。抜け駆け？ああ、みんなも彼女になで。погладила всех。
У него такое лицо прикольное, забавное. Мне прям нравится у этого кошака. Неплохо. Что это? Не просто неплохо. Я? Есть немного. Кимочи. Сиявасе. Симиямасе. Не-не. Фенерさんも彼女に撫でてもらったら、すっごく気持ち。いや、私は遠慮します。 Фух. Ладно, ребятушки, сейчас я это вернусь. Схожу кое-куда на секунду, и может чайник поставлю сейчас. А вы пока можете музыку послушать сейчас. Пока там чайник ставится. Нет, спасибо, я пас. Благо, что ты не жирный жиробас, да? На-на-на-на-на. Неко а атамао надете морау нога ски даши. Ну да, Лёня, как ты любишь подглаживание. Хора! Каночо мо энгё шинай де тте иттеру ши. Не? Надете морау ё. Дирк! 私は遠慮すると言って。いいからいいから。 Ага, ему, значит, понравилось, да? フェンネルさんも気持ちよさそう。 猫だから仕方ありません。 それよりみんなで写真を撮るんでしょ? 私は先… 気まずくなって逃げたな。 フェンネルさんって意外と可愛いところがあるんだね。 Прикольно сделали рисовку котов. Ёши, оре-тачимо икзо. Ага. Тачи-ичи-ва доу-суру? Ну? Сэйджи-сан… Соу-десу-не.
次に高いのがローリエさんなので、こんな感じか。セージさん、おーすまんすまん、ちょうどいい位置にあったか。フェンネル、お前つむじハゲてるぞ。ローリエさん、笑えない冗談はやめてください、寿命が縮む。あんまり怒るなよ、カッカするとハゲやすくなるぞ。あなたが怒らせるような発言をしたから。あ、ほら彼女が写真を撮ってもいい、みんな笑顔で。はい、チーズ。あ、была менюшка, кстати, такая вот。Серьезно, менюшка была. Так. Сыр. Да? Ёк торетеры? Круто. Ии канжи. Зацените, ребята. А, соре-соре но токчо га дедите. Ии то умо зо. Пинбоке ште имасен ши, коре о сэйсак гайша ни тэйшу ште, топпу гамен ни ште. それで、開店が10時だからあと30分。あ、そうだ。ねえねえ、彼女をお客さんに見立てて。私たちは接客経験がありませんし、ローリエさん、そういうことなので。休み日、それでこの中の誰から。じゃあ僕、ほら言い出しっぺだし。ではリル君がお願いします。はーい。ん、入店するところからシミュレーションするって。うん、よろしくね。いらっしゃいませ、お席に案内しますね。こちらにどうぞ。だわい。メニュー表になります。ご注文が決まりましたら。お手洗いですか。あ、それではごゆっくりお過ごしください。はあ、しっかり接客できてたのに、なんでため息をつくんだ。彼女にお手洗いの場所を聞かれてすぐに答えられなかったから。シャッター優待を押したら、この店員は新人だなってお客さんに気づかれちゃうよ。失敗は成功のもとです。今回の失敗を次に生かせばいいですよ。Возможно. それに失敗ばかりではなかったでしょ。ага, 言葉遣いは問題。すみません、正直に言うとリル君がきちんとした言葉遣いができるか。僕って年上のみんなに対してもタメ口だもんね。だからそう思っちゃうのも無理ないよ。あ、今更だけど敬語にし、俺は気にしないから今まで通りでいいぞ。お前に敬語を使われたら、せな、きちんと TPO をわきまえられるのなら、そのままで構いません。みんな、Спасибо, ребята. ありがとう。あ、呼び出しされたから行ってくるね。ご注文は、シェフの気まぐれを確認してくるので、少々お待ちください。フェンネルさん、シェフの気まぐれパスタって何？メニューに記載されていますね。確認不足でした。ほうれん草を多く仕入れたので、ほうれん草とベーコンのクリームパスタにしましょう。お客様から内容を聞かれると思うので、皆さんも忘れないようメモなどして覚えてください。わかった。お？はい、お待たせしました。シェフの気まぐれパスタ、食後に紅茶ですね。はい、内容はほうれん草とベーコンのクリームパスタです。そちらでよろしいですね。では失礼します。ディル君、初めてにしてはよくできている。俺もディルを見習わないとな。シェオ。では
次はセイジさんお願いします。Они, короче, её обслуживают, ребят. О, 任せろ。Да, предоставьте это мне. Так. ここまでの出来事の記録だ。ここまでの出来事を記録しますか？ああ。ここまでの出来事を記録しますか？Так, подожди, сколько там? Час десять, да? Угу. Рано, короче, еще. 接客は大事ですが、会計も大事です。なので、会計を練習して、まず簡単な使い方を教えますね。ガスはパラータ、オゴ。先ほど彼女が注文したのは、気まぐれパスタが1000円、紅茶が500円なので、1500円と入力します。Мне интересно перевести это в эти, в рубли, короче. 1000 йен. Йена это сколько, короче? Я хочу реально посчитать. Так. Сейчас я подойду. В принципе, ребятки, вы можете пока поговорить, а я залью себе, пожалуй, чайку. Чайку. Так. Ну и чайку тоже можно.
Так, ребятушки, я тут, мы тут, все тут, никуда не пропадут, надуваем батут. Еще раз всем привет, чат, кто в чате, кто вне чата. Короче, кто не знает, мы играем игру как Некопара. Так что всем присаживайтесь поудобнее, кто прибыл, кого нету, кто придет, кто обязательно свою любовь найдет, да? Мало ли. Может быть, тут найдется One Love. Ну, тут я имею в виду в чате, поэтому... Всем прошу любить и жаловать, здесь с вами Казуку Фэмили. Казуку. Называйте как хотите. А мне вот интересно узнать один интересный факт, который меня тревожит на протяжении всего стрима. Я хочу узнать иены. Я буду узнавать у себя. Я просто могу не увидеть полностью чат с телефона. Да, я могу подключить и сделать чат с телефона. Вот такой я хитрожопый чувачок. Так, подожди-ка. Туда зашел, блять. Извиняюсь за мат. Мы заходим в Google Map. Так, стоп. Йен в рубли 0.55. Так, сколько там было? 500, например, да? Ни хрена себе! У них, короче, ребятушки, у меня немножко чуть не отвис. Да ё-моё. Не отвис язык. Короче, чай у них стоит по нашим рублям 275 рублей. Капец. То есть чай выпить стоило бы в японском кафе в России 275 рублей. Охереть. А блюдо от шеф-повара стоит 550. Но 550... не так дорого, а вот 1500 йен, это выходит общая сумма, чай с блюдом выходит прилично, выходит 825 рублей выпить чайка с какой-нибудь вкусняшкой в японском кафе. Да. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту. Та-та-ра-та-та. そして、小計ボタンを押すと、合計金額が表示されます。1500円なのに、1200円と表示されてるぞ。 1200円? А, стоит 1500? Скидка, что ли? Скидка, да, я был прав. 食事と一緒に飲み物を注文した場合、定価から300円引くようローリーさんが設定してくれました。 ローリーか、お前すごいな。ちょっと説明書を読めば簡単に設定できる。だ、インストラクション надо всегда читать. いや、 読んだだけじゃ無理だと思うよ。ローリエさんってすごいんだね。
ты не слишком, как сказать, много у нас в России ленивых, мать твою. Это все жиза. Если ты ничего не добьешься. Ну да. Япономать. Пам-парапам. Пам-парапам. А, ё-моё, почему? Почему я рукожоп? Нажимай не туда. Нажимай не туда. Сюда. Нанде атама. А, похвалить. Мимимиц. Бокумо, бокумо. Мя, коро-коро. Мя, коро-коро.証券が出たらお客様から頂戴した金額を入力します。入力したらお預かりボタンを押します。アパラッしばらくするとレシートが出てくるので、こちら今回はお釣りなしでしたが、お釣りがある場合はレジ引き出しが開き、だいたいわかったぞ。良い返事です。早速実践してもらいましょう。今回も彼女にお客様役をしてもらいます。シェフの気まぐれパスタ合計1200円。セイジさん、なりますよりもですやございますを使った方がお客様への印象が良いですよ。案外お客様は言葉遣いを気にします。特にこのお店は合計1200円です。1200円でございます。ございますよりですの方が言いやすいな。それならですで構いません。金額をぴったり受け取ったときは頂戴します。お釣りがあるときはお預かりしますとお客様に伝えてください。お釣りをお返しするときはお札、小銭の順番にするとこれも印象が良いですよ。覚えることがたくさんで頭が混乱しそうだな。今のはそうした方がお客様への印象が良いというとはいえ、あなたはこの店のオーナーです。オーナーは店の顔ですからね。しっかりした言葉遣いを心がけてください。やったんだ。良い返事です。
Ой, извиняюсь, музыку включил, сорян. Чисто случайно. Кайтен 5 分前です。練習はここまでにして、お客様を迎える準備をしましょう。Давай. Практика уже не нужна. И? どんなお客さんが来るんだろう。Uh-huh. ワクワクしちゃうね。ああ、記念すべき一人目のお客さんだったな。猫に全力で歓迎されたら、お客さんが大変なことになるな。歓迎するのは良いですが、お客さん来るか。緊張してそわそわしてるな。俺は体を動かして緊張を吹き飛ばすぞ。あ、こら、店の中だ。ミヤ。Чего? Реально кто-то зашел? Текс, первый клиент, окей. Опять не фиксируется, да что ты будешь делать? Да, прям долго фиксировалась, манас. Мина, сюго, сюго. И все? А? Сате, хомки удастся. Все усилия. Мина-сан, эгауде немкайте. Знаете, мне что это напоминает? Не забываем улыбаться, народ. А помните Мадагаскар, пингвинчиков? Помните, вот они сейчас выглядят как пингвинчики из Мадагаскара. Типа, улыбаемся и машем, мы белые и пушистые, улыбаемся и машем. Вот то же самое, посмотрите. Не забываем улыбаться, народ. Мы не пингвинчики, но мы пушистые котики. Машем и улыбаемся. Вообще бомба. Вообще бамбуха. Бамбуча. Буча-буча. Ирашаймасе. Серьезно? Добро пожаловать в кафе Кинью... Киньюан, да? На-на-на-на-на. Чего? А что это такое? В смысле? А, подожди, Лауер, Финель, Дил и Сейдж. Это что значит? А, я что, должен из них выбрать четверо? В смысле? Опа-на! Вот это прикол. Вот это загон. Вот это прикол. И кого выбрать? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. По очереди, что ли? А чё, у каждого отличается, что ли, или чё? Можно было бы, конечно, с конца начать, с Дила. Эники, Бенники или Вареники тут не помогут, да? Или помогут? Я сейчас запутаюсь в этой игре. Это 100%. Как можно запутаться? Ну, как-то можно, походу. Та-да-да-да-да-да-да. Ту-ру-ту-ру-ту. Та-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-да. Короче, по логике. Давайте выберем этого, Дила. Так. И... Это ж не конец? Осеки-ни гуанна. Да, мы играем за Дила. О! Чего? Сумимасе. Простите, что закричал. Сону фуку... Сенжиц хацбай шита зашши но... Ага. Яппари! Боку мо йоку йондете, мита шунькан ни синсаку коде датте, теншон агатчай машта! Это получается прохождение за 4 персонажей, получается, да? Ано зашши, ошарена фуку га таксан кейсай саретеру кара, митеру даке де таноши десь ё не?
私とローリエさんが厨房、ディル君とセイジさん、あなたは席、ああ一緒に頑張ろう。サンドイッチは任せてくれ。ローリエさんの得意料理でしたね。お客さんが来るまであそこで待機して。Давайте подождём。ミックスサンド、お飲み物は紅茶でよろしいですか？かしこまりました。少々お待ちください。Давай。ディルはうまく接客できてるな。自分もあんな風にできるか。習うより慣れろだ。もし、お客さんだ。ああ、お前が行ってこい。待ち合わせなんですけど。ああ、はい。あのピンクの服を着てる女性。アイスコーヒーで。フェンネル、アイスコーヒーワンダ。おかえり。ここから見てたが、ちゃんと接客できてた。君が案内したお客さん、あの人と、ま、でもちょっと微妙な空気っぽいな。И что между ними не так? 確かに女性の方がピリピリしてる。それだけじゃない気がする。ローリエさん、パンに何を塗っているんですか？マスタードに黒酢を合わせてタバスコを入れ。そんなものを塗らないでください。私がサンドイッチを作るので。マスタードに黒酢って。ガルチッツェ、チョルネオクスス。タバスコも入れたって聞こえたぞ。うわ。ぜ。僕、厨房の様子を見てくれ。お前も気になるんだ。イディブラビエ。わかった。行ってこい。フェネルさん、注文のし。ちょうど。そっか。私がしっかり作り直したので。おいしそう。すぐ届けちゃうね。だめだね。ローリエさん、アイスコーヒーはできていますか？ああ。何も入れていませんね。コーヒーメーカーで作ったのをそのまま。カフェはある。では、こちらを席に届けてください。アニアテキザバウネリアル。お待たせしました。どうも。ご質問しいな。よろしければお食事も一緒にいかがでしょう。アイスコーヒーでしたらスパイスの効いたカレーライスがおすすめですよ。オーストリーリスカリー、я не пробовал, но рис тема, реально рис тема. А я тут пью чай с лимоном. Имбирь мне слишком долго чистить, поэтому я пью кофе.С этим, как его, с лимоном, еще с конфеткой будет. Глоточек за милых дам, сейчас, секундочку. Да, я тут еще болею до сих пор. Извините. Так, рис это тема. Ja, それで. Ну давай. ありがとうございます。お召し物が汚れないよう、紙袋などのご用意もありますが。Замарать свою одежду. Ха.Это он про салфетки, что ли? かしこまりました。今用意しますね。俺は別にいいのに。Не нужны. なんでこの服買ったばかりだって分かって。そうだよ。今日はデートだからお前も。ありがとう。よく似合っ。いい雰囲気になってよかったし。女の人が多分自分は食事を注文したのに相手が注文しなかったこと、それに服に気づいてくれ、相手をよく見てるのかな。僕を見習うって、僕もまだまだ見習いていいんだ。そうだね。見習い同士、頑張ろう。いらっしゃいませ。お席にご案内します。君がお客さんを出迎える？ну давай。じゃあ頼んじゃってよろしくね。удачи, good luck。大丈夫？ты в порядке？はい。それより、ランチタイムが過ぎて客足がだいぶ落ち着いてきたよ。あなたですか。ああ、食器は重ねて流しに置いてください。
ありがとうございます。ああ。待ってください。ディル君とあなたは昼休憩に入ってください。でも、フェンネルさん疲れてるみたいだから。ご心配なく、あなたたちが戻ったら入りますよ。本当に大丈夫？はい。じゃあ、お言葉に甘えて先に入るね。行こう。どこで食べる？和食、洋食、中華。ここなら何でもあるから、食べたいものを言ってね。え？僕の元気がないなんて、そんなこと。Блин, ну место красивое, да и музыка ничего так. Интересно, что за место? Настоящее? Выглядит прикольно. Так. Четвёртая. А чё, 6 сохранений только рили? Если считать 4-3-2-1, это, наверное, 4-3-2-1. Тогда, короче, четверка здесь будет. Наверное. Так, это получается сколько там? Ну, 2 часа это будет сколько? 120 минут, да? 2 часа 60-60. Ладно, еще, наверное, рановато. Шипподе баречао ё не. Боку... Соно хито но кото де хансэ шиккари секкяк деките та ши, мачиасе но окяксан то но нака о кайзен сасе та но ни? Со итте куреру но а урешии кедо, шиккари деките накаттан джа най ка тте. Понятно. Окяксан но ко... お客さんに苦情を言われたわけじゃないよ。ただレジで会計してる時にね、言われちゃったんだ。まるで友達と話してるみたいだったって。最初に声をかけた時、お客さん相手じゃなくて友達みたいに接しちゃったから、やっぱり第一印象って大事だな。気をつけないとなって。思えば君に対してもそうだったよね。僕たちは研修生で、君は雇い主なのに、いや、だからこれからは。どうしたの？僕の態度は全然嫌じゃないし、むしろよそよそ、最初に会った時優しく声をかけてくれたから緊張が解けたし、僕となら友達になれそうと思う。本当に実は僕も同じことを思ってて。でもさっきも言ったけど、君は雇い主だから友達になるのはダメだろうなって言うのを我慢してたんだ。うん、君と友達になりたい。じゃあ今日から友達だね。Интересно. 友達同士ならこうして手をつないでてもおかしくないし、でもみんなも君と仲良くなりたいのに、僕だけ抜け駆けしたみたいで申し訳ないもん。それにお店では雇う側と雇われる側なのに、え、だから手をつないだり友達っぽいことをするのは一緒にいると約束。клятва на мизинчика. Блин, я вспомнил детство. Я имею в виду, многие на мизинчиках клялись. Можете в чате написать, у кого была клятва на мизинчиках, да. Детство. Классика. Прям за душу. Ах, клятва на мизинчиках, да. А, смотри. А, ну, ёшок-те. 最近人気のお店で特集されてた。平日でお昼の時間帯でもないから全然人が並んでないよ。うん、これはチャンスだね。オムライスがすっごく美味しいらしいから食べるの楽しみだね。オムライス。お、戻ったのか。
Тадай ма, Сэйджи-сан. А, окайри. С возвращением, ребята. Интересно. Трэ-тире-тире-тире. すっかり仲良しになったんだな。仲良し？あ、手をつないでお店に戻ってきたんだからオーナーと従業員に戻らないと。ヒトラジョペン。僕、フェンネルさんたちを呼んでくるね。フェンネル。掃除を手伝ってくれるのか。ありがとう。じゃあ、さあそこのチリトリオ、そういえば、お前たちは何を食べてきたんだ？オムライスセット。ふわふわトロトロで、俺たちは何にするか。人気の洋食店で、今なら待たずに入れそうなんだな。それなら、俺たちもそこで食べるか。セイジさん、お疲れ様です。俺よりお前の方が疲れてる。ラボニチキ。問題ありません。こいつ、俺に料理を一切作らせないんだぜ。当たり前です。今後ローリエさんには飲み物だけ担当してもらいます。分かったから。怖い顔でいらんだよ。抱っこさ。悪い。俺の腹の音だ。お昼を過ぎていますからね。空腹を覚えても今はほとんどお客様がいないので、あなたとディル君だけで回せると思いますが、うん、ではよろしくお願いします。いらっしゃい。あ、早い時間帯にご来店いただいど、どうも。お連れの方はいらっしゃらないんですね。彼女には駅の喫茶店で待っててもらって。ああ、ждёт на вокзале。個人的にお礼を言いたくて来たんです。あなたのおかげで彼女とのデートがうまくいきました。本当にありがとうございます。Поблагодарил мужик. Про свидание。いえ、私は何もしていませんよ。そんなこと。俺、でも、あなたに食事。服もそうだし、うん、これからは俺ももうちょっと周りを見て。いきなりすみません。あ、はい、お待ちしております、うん、あ、見てたの？うん、わざわざお礼を言い、うん、そんなつもりはなくてもやっぱり嬉しいよね。Ну да, клиенты счастливы, это вдохновляет его работать еще усерднее, ну да. Логично. Это работать. ディル、お前も閉店1時間前だからお客さんに出す。はい。はい、ハラショ。ありがとうございました。またお越しください。あ、お疲れ様。Отличная работа。ほっとした顔してるね。この調子ならおじいさんのお店を続けられるんじゃ。うん。僕たちが頑張っ、接客に厨房仕事で大忙しだったでしょ。そうだ、今晩お風呂に入る前に声をかけてよ。君のその髪、僕が綺麗にしてあげる。ステリスト、もうお前がそわそわしてどうした？リルを待ってる。もう一緒。おっと、バスタオルを落としたぞ。汚れてないと思うが、気になるなら手で払って。必死に否定しなくていいぞ。お
本当に一緒に入らないし。ага. Может этот скрин сделать? Так. В принципе, почему нет? Так, сохранится тогда. ここまでの出来事を記録するよ。ここまでの出来事を記録する。Когда мы начинали в 4, то есть это час 44, да? Ага. Нормально, нормально, играем. О, матасе! А, Сейджи-сан も一緒なんだね? А, 手に持ってるのはクシと… Тритментだよ! Маска для волос. まずはこのヘッドブラシでブラッシングするね。どう?痛くない?じゃあ続けるよ。毛が絡まってるから丁寧。終わり。結構サラサラになったでしょ。あとはシャンプーするときも使ってね。うん、これってシャンプーブラシにもなるんだ。トリートメントはお風呂から出たら塗ってあげる。綺麗にしてあげるって約束したし、こうして手入れするのは僕も楽しいから。うん、お風呂に入ってきて。ゆっくり体を癒してね。お帰り。お湯加減はどうだった？ちょうどよかったんだ。ダメ、タオルでゴシゴシすると髪が痛んじゃう。そこ座って。髪の毛先をタオルで軽くポンポンって叩くと痛まないよ。Блин, прикольный скрин, кстати, вот этот. Мне прям нравится. Так. Прям четкий скрин. Ну, занчик прикольный.こうやって、こんなに丁寧に拭かないから。ファンザイオボロサミウハジュウスティリスト、カタンスティリスト。いつもさっきみたいにタオルでゴシゴシ拭いてドライヤーで乾かしてるの？そっか。それだと髪が傷んじゃうから反対側もこうやって、ポンポンって。グワチグワチ。次はトリートメントで髪を補修していくよ。すごく必要。パンパラパン。できれば毎日。おふくんくん。いい匂いだな。すごいプリアテザ。フローラル系だけど、そこまでしすぎないのにしたんだ。全体になじませて、さっきのブラシでブラシね。自分の髪触ってみて。おお、フィアレットのニフィガイシム。うん、サラサラでしょ。指通りのいい髪ってずっと触ってたくなっちゃうよね。Гладкие на ощупь. О, вот этот скрин, мне кажется, больше прикольный. Вот этот, да. Катаны, братаны. Мы играем не капара, а вы. Патаны, катаны, катана. На-на-на-на. И? 最後にドライヤーで乾かしていくよ。熱くない?じゃあ、この距離でいいね。あまん。Сара-сара. Лишь бы не мусора. Сара-сара. Так. Холодным воздухом. И готово. Пам-па-па-пам-пам. Те-те-те-те-те-те. О, реально шелковистые. 自分の髪じゃないみたい?毎日手入れしてあげれば寝癖ができないし。いや。ビルは髪の手入れに詳しいんだな。詳しいというか、雑誌に載ってるのを見て知ってたの。ノワシェディオ、прикольный персонаж、наманый、наманый персонаж、наманый。そういえば、彼女が風呂に入ってる。だいぶ。наманый персонаж、наманый。だ。うん。雑誌をチェックするのがいいかね。Это часть моей ежедневной рутины。ちなみに。テーブルにある雑誌にも髪の手入れについて書いてあるんだ。気になるって顔してるね。いいよ、あげる。
遠慮しないで。同じ雑誌2冊あるからあげてもだ。服目当てで2冊買っちゃって、もらってもらって、その方が。しかしいい匂いだ。くんくん、すごいプレイヤーのパフにてニョクニョク。もう聖地さん、彼女が困って。くんくんくん、ツンツン、いやいい匂い、いやいい匂いに。うん、うん、ごめんね、ごめんね、ごめんね。すんすん、すんすん、すんすん、せいじさん、せいじさん、あ、え、おお、すまん。いや、みんなは、あ、あっはははんで、あ、次誰がお風呂入る？どうすれば失敗でプリニマチワの、うん、うん？フェンネルは勉強があるから最後に入るって言ってたぞ。じゃあセイジさん先に。あ、ローリエさんにも僕部屋に行って聞いてくるよ。あ、ないな、ドルフに。え？ね？ローリエさんはき、君の部屋を寝ど、あ、初日から君の部屋で寝てたもんね。猫は居心地のいい場所を見つけると。そこに落ち着くんだ。ロ、君のベッドで僕も寝たら、僕もローリエさんと一緒。いやー、スニーカー。わかるぞ。俺もお前のそばが一番落ち着く。落ち着け、落ち着け。多分フェンネルさんもだよね。やっぱりみんなで飼い猫になるのが一番幸せじゃないかな。Мне кажется, что если бы мы все вместе стали домашними котами, это было бы просто идеально. Ну да. でも。みんなを買うとなると君の負担があるし、喫茶店経営を軌道に乗せてみんなを買いに行きたい。前向きに考えたいって気持ち変わってないんだね。по-прежнему остаетесь такой оптимисткой。むしろ僕たちと一緒に暮らして。с ними。そっか。そっか。あ、そっか。По-японски сука, это ясно. Так что если вас называют суками, это значит ясно. Ты, ну ты ясно, да? То есть ты сука, ты ясно, сука. Так что не обижайтесь, когда называют сука, это значит ясно. Ясно, ясно, это сука. Билл, улыбаешься, да? Мурчишь. Да ты.一緒にいて僕たちのことを好きになったって、僕も君のことずっとずっと好きになってるよ。俺も好きだぞ。アナログッシュな。あ、どうしたの？ローリエさんを。バイティザラリア。ローリエさん、君をすごい勢いで抱きしめてくると思うから。泣きのさなナス。君、お風呂に入ったでしょ？猫はマーキングっていう。自分のものに匂いをつける習性があって、さっきの僕たちの行動は。Кто не знает, у котов есть запах, метки. Они ставят метки, и это значит, что они принадлежат им, эти метки. Во как. Так что если вас метит кот, это его метка. Зашибись. Кот обоссал, метку поставил, а это его место. Зашибись.髪の毛の匂いを嗅がれて、猫の習性だから悪かった。悪かった。はあ、許してくれてよかった。Да, как таких котов-то не простить-то. 僕も一緒に。Ну давай, пойдем. ありがとう。ありがとう。Спасибо. じゃあ早速君の部屋に。Пойдем в вашу комнату и...その前に質問。Вы сначала хотите задать вопрос? Хорошо. Выкладывайте. 初日はお風呂上がりに。Почему я пометил вас сегодня? 今日は、この家に来たばっかりだし。でも、慣れてきたから猫の習性が出ちゃって。そのうちフェンネル信じられないって言うけど、フェンネルさんだって猫だからね。お風呂上がりの君を見たら、無意識に。ハハハ、
機嫌そうな顔だな。Что это за угрюмое лицо, ворчун? うん。想像してちょっと気持ち焼いちゃった。ダンダンダンダンダン。その時は。Прижаться. 僕もやった。イラタ、イラタ。ディルはおねだり上手だな。А Дил точно знает, как добиться своего. Ага, точно.ここまでの出来事、ここまでの出来事を記録する？ディルにデビルだ。ああ、ディルにデビル。もしみんなが飼い猫になったら、一番彼女に可愛がられるのはディルかもしれないな。большего внимания к себе。お邪魔します。ローネさんいい。で、うん。寝ちゃってるね。起こすのはかわいそうだし、僕たちの風呂が終わったら、違う。やっぱりこの前君に見せた、君もコンビニで買ったんだ。何かメイク特集？いろんなやり方があって勉強になるけど、そういえば君にメイクを教えてあげるって、そうそう、自分でもするからメイクは結構得意ね。今度の定休日って予定ある。じゃあメイクを教えてあげるよ。トルキマキアージュ。そんなにかしこまらなくていいから。メイクってやり方次第で印象を変えることができるからね。君を変身させるのが今から楽しみ。入っていい？入ってみればいい。お邪魔します。いい。あ、これ？愛用のコスメボックス。опять набор косметики。可愛いって言ってくれて嬉しいな。さあ、座って座って。Вот хитрюга。ファンデーション、チーク、アイラインブラシ。Ну вот пошла женская тема. Кисточки для тональной основы, кисточка для румянца, кисточка для подводки глаз. Так что...Девчонки знают, что такое тональник, что такое кисточка для румяна, что такое кисточка для подводки глаз, поэтому... Девчонки, обсуждайте, лезть не стану, это не мое. Так что мужская часть уходит. Ну, вы поняли, шутка-минутка. Это понятно, Дим. Фондейшн は太くて、チークはちょっと細め。アイラインはもっと細くて短く。君は一つしか持っ、そうだね。使い分けした方が仕上がりにさ、どんなのを買えばいいかわからないなら、僕ちょっと古くなってきたのがあって買い直したかったし、決まり。じゃあメイクするよ。время макияжа。опять нифига себе。забавно。くすぐったいかもしれないけど。我慢、メイクブラシで目元をトントン。あ、водка глаз。くるくる。Ну, щеки для румяна. А водка глаз это как типа египтяне делали. アイシャドウはこの色で。Цвет для теней для век. А подходящий цвет для губ. Ну да. あ、くすぐったい？僕が楽しそう？Макияж.君は元から可愛いけど、僕の手でもっと可愛くできちゃうんだもん。Прикол. Кот вот это делает макияж. Блин, прикольно. Вот реально игрушка для девчонок. Макияж делать. Котики делают макияж. В кафе работают, делают макияж. Зашибись. Вообще. А, 動くとメイクがずれちゃう。動揺させること言っちゃった。僕でも君は本当に可愛いんだけどな。そんなに力強く否定しなくても。いやらすな、отрицать это。はい、もう言いません。えませんません。じゃあ続きするね。продолжай。完成。и готово。すっごく驚いてる。うん、うん、
大人っぽくなったよね。Взрослее. アイシャドウをピンクグレーにして、розовый ピンクベージュにしたんだ。серый цвет для теней для век, розового бежевый для губ. Нравится ему розовый цвет коту Дилу. 大人っぽいけどピンクベースにしてるから可愛さもしっかりあるでしょ。なんでしょんぼりするの？ Почему? 心配しなくても、でもそのメイクに合う服を着たらもっと素敵になるんじゃないかな。そういうわけで服を買いに行こう。походим по магазинам。もうこれからで。магаз, чувак。うん、彼女とデート。свидание。ну окей。そうか。развлекайтесь。デートじゃなくて服を買いに行くだけ。прогуляться по магазинам。最近お前とディルは仲がいいからな。特別な関係になってても不思議。本当に違う。свидание。ちょっとした冗談というか、彼女の服か。одежду。これから行くお店はメンズ服も扱ってるから。誠司さんも。そうだな。和服は取り扱ってるか。у них там есть одежда в японском стиле。ああ、使ってないな。нет。誠司さんって大体和服だけど。Ты всегда носишь японскую одежду, самурай. Икицке но мисе га арши, аммари комотте най на. И? Бец ни какко ёк ва най зо. Не, не крутой. Демо, каножо га со итчао кимочи вакару на. Ну? Икицке тте, какко ии имейджи га ару мо. Сейджи сан, вафку о кай ни ику токи ва кое... О, вафку ни кёми ару мка? Хотите придеться, господи. Приодеться по японской моде? Меня больше интересует макияжем, нежели чем одежда. Так что вам тоже стоит пойти с нами. Хора, модель гайнай то такара. Нужна модель. Кимини модель ни натте морайтай натте. Много вопросишь, Дил. Сонна кото иванайне. Кими дакара, ятта! Васоу мейку штара, ура! Если я сделаю из вас гейшу, то вы будете излучать совсем другое настроение. Охренеть. У него директор кафешки резко становится гейшей. Вот он наглый и дерзкий тип, этот Дил. Кстати, о настроении. Вот что-то изменили в себе сегодня? Дил сделал вам макияж. Он вам очень идет. Сейджи-сан, отпусти ее, иначе весь макияж испортишь. Виноват. Берегите себя вы двое, я приготовлю вкусный ужин, который будет ждать вас, когда вы вернетесь, ребята. Хорошо, до скорого. Нифига себе. Кону фук. Чё за работа? Гакко чикаку но шоппу а зенмецде. Цухан мо канбай. Сайнюка но медо мо татте най реа. Масака. Мада нокотте ру нанте. Сайзу а мондай най ши. Каванай но а сон да ю не. Кассы. Режи ва... Гомен не. Кими но фук о кай ни кита но ни. Зибен но о ми чатте. Ки ни сезу суки на даке мите. Кимитте. И рашай имасе. 何かお探しですか？ヘンマゴパモーチ。とりあえずこれと。あ、じゃあ必要なフィクスコーデ。このコーデを一式探してもらえますか？セルタレートナリアド。かしこまりました。こちらの切り抜きはお預かりしても。はい。うんうん。少々お待ちください。いや、あとちょっとノミノート。さっきのあれ？君に似合うコーデがあるって前に言ったでしょ？そう。うんうん。いつものついでだったから。全然。僕。気になる記事を見つけたら切り抜い。ちなみにさっきの服は、うん、うん、この男性が着てるのかっこいいよね。僕が着てもかっこいい。не знаю, я на ряд этот не вижу。お待たせしました。こちらでよろしいですか？あ、はい、間違いありません。うん、да, прекрасно。試着室にご案内しますね。давай。
試着を終えられましたらお声掛けください。この近くにいるから終わったら声かけてね。はいはい、いいどんな感じになったか見せて。じゃあどうしたの。来たけど似合ってないかもって。まあしょたくだいでよ。待って待って、着替えないで。せっかく試着したんだし、その服を着た君が見たいな。うん、絶対に笑わないからね。俺、なんで閉めたの。やっぱり似合ってないからすぐ着替える。似合わなくて絶句したんじゃなくて、逆にすごく似合…嘘じゃないよ、本当に似合ってて。大丈夫？今ぶつかったような音が聞こえた。そっか、動揺して思わず頭を…もう一度見せてくれる？やっぱりよく似合ってる。きっと店員さんもそう言うと思うよ。あ、すいません。とてもよくお似合いですね。メイクと合っていて、雑誌のモデルみたいです。ですよね。お世辞じゃないから。その服着てったら、それで着てた服を包んでもらおうよ。ね。それじゃあこの服包んでください。かしこまりました。Блин, музыка прикольная. Блин, нравится музончик. Вообще музон топ тут. Реально топовский музон. ここまでの出来事を記録、ここまでの出来事を記録する？ Классный музон. Очень классный музон. Дум-та-да-дам.Музыка мне нравится. Стекина Карешсан, да? Ахаха. Он думает, что не ваш парень. Зензен мэвак же найо. Мыширо кое даши. Уреши. Ага. Мата шимерале чатта. Кими ва мэвак датта ってことかな。迷惑じゃないの？恥ずかしくて僕の顔が見られないだけ。僕って異性の友達が多いんだ。だってバブニクとおしゃれやメイクが好きだから、女の子と話があって、学校にいた頃はよ、女の子の服を見に行ったこともあるよ。だってクラスアウチ。その時さっきみたいに素敵な彼氏じゃないんです、友達ですってすぐ否定したんだ。でもさっきは否定したくないってうまく言えないんだけど、君は他のことは違うんだと思う。ブレン、ムズカクラスな。トントントントン。ああ、シャスヤニムグエタプラエリュコルシト。Если вдруг этот стрим слетит случайно, ребята, извините, но может быть интернет, хер его знает. Ну, пока что вроде все работает. Да. Сейчас я тут быстро кое-что настрою. Если вообще это можно настройкой назвать, блин.Сейчас, ребятки, секунду. Можете пока в чате поговорить друг с другом. Сейчас.
тут иногда просто телефон выделывается. Я не знаю почему. Телефон у меня выделывается. Зараза, такой телефон, блин. Текст. Заразный телефон.君の彼氏だって思われて嬉しくなっちゃうくらいには特別な存在。変なこと言っちゃったね。もう包み終わってると思うし会見してくるよ。あれ、ちゃん今あそこにフェンネルさんが。フェンネルもいた。やっぱりフェンネルさんだよね。もうだわい。声かけ。おーい、フェンネルさーん。え、フェンネルさん。おや、こんなところで奇遇ですね。あなたたち。フェンネルさんはな。はい、とても素晴らしい。やはりフリーマーケットに来て正解でしたね。フリーマーケット？は、マシュネルな。知らなかったのですか？うん。そっか。いらっしゃいませ。こちらの本と国が、これもありがとうございます。合わせて300円になります。フェンネルさん、どんな本を買ったの？歴史小説ですよ。歴史キャラマン。へえ、フェンネルさん。意外ですか？デオデブリョン。実用書や難しい専門書を読んでるから、ちょっと意外だったかも。私の好きな時代ですか。古墳時代ですね。Период Кофун. Интересно. Период Кофун. Кофун? Хай. Сирабелеба сирабелу ходо. Омоширой. Со... Со нанда. Кими, соно хон о житто митеру кедо, житка ни ару манга бон? Манга. Ко... Чоудо иккан га ару ши, катте йонде мио кана. Сумимасен. Коре кудасай. Аригатоу гозаимасу. 150円になります。すみません、ジロジロと物質メイク、それに服装も普段と違って大人、普段が子供っぽいという意味ではありません。私はストップストップ、フェンネルさん、彼女を口説くの禁止。口説く？何を言っているのですか？自覚なし？あ、でもそうだ、フェンネルさんは天然で口説く猫だった。ノエロジョーにも。僕たちこれから行くところはあるから、フェンネルさん、またね。プリコーネカーダル、プリコーネカーダル、мне нравится。Блин, два раза что ли нажал, да ё-моё。ここまでの出来事を記録、ここまでの出来事を記録する。行こう。だわい。ここまで来れば。だれこ。フェンネルさんに嘘ついちゃった。マリンクをもし。でも、フェンネルさんと君が仲良くしてるのを。ちょ、リムナワウトしとりゃディオ。も、みんなが君の飼い猫になったら。точно ревновал. Я прям очевидность, капитан. Что? Соно токи ва коуште атама о надете курэрун да. Кими, не. Те о нигитте курэру? Ну, Дил просто очаровашка. Аригато. Не за что, Дил, это я сказал. Блин, подожди. Аригато. Блин, я забыл, как пожалуйста. Ахаси. Аказим. Аказимас. Итада. Итад. Спасибо, итадакимас. Блин. Нет, приятного аппетита. Аригато, спасибо. Итадакимас, приятного аппетита, блядь, черт. Я забываю японский язык, а? Однако. Тотзен, сумимасе. Ожикан, ёроши деска? Ты кто? Это... 大丈夫？ああ、はい。私、ウィジこういうも、あ、この雑誌よく読んでます。
ありがとうございます。実は街で見かけた素敵なカップルという内容で特集を考え、失礼しました。とても仲睦まじいよ、うん、ね、インタビュー受けてみない？こんな機会もうないと思うし、初デート記念だと思って。インテリアスな。ダメ？やった。Он типа говорит, если мы сейчас возьмем интервью, это будет запоминание типа для первого свидания. Интервью типа самой такой необычной пары, короче. Он же хитрец, этот дил. 彼女が否定したのはインタビューされるのが恥ずかし。ああ、そうでしたか。いいインタビュー。問題ないよ。Фотки. 彼女も大丈夫だって。では、二人の出会いを教えてもらえますか。僕が彼女の経営する喫茶店に研修生として行ったのが出会いだよ。まだお若く見えるのに経営者とはすごいですね。おじいさんの代から続いてる喫茶店。あ、ディアだのだ。いえいえ、では最初はオーナーと店員。うん、今もその関係は変わってないよ。彼女は大学を卒業してすぐおじいさんの喫茶店を継ぐことになって、うん、慣れないことの連続で大変なんだ。少しでも彼女の負担を減らせるようにって僕も仲間たちと一緒に頑張ってるよ。良い友達、которые облегчают ее ношу настолько, насколько это возможно. То есть это хорошие друзья. Друзья, в принципе, для того и существуют, чтобы помочь тебе с определенными именно сложностями. Не решение, ну, твоих проблем, а именно...облегчение твоих проблем. То есть, ну, короче, вы поняли. Сейчас я подойду. А пусть пока Дил вам ручкой помахает. Дорогие дамы, сегодня ваш праздник, да. Всем еще раз привет. С вами Казаку, да. Живое общение с людьми. Точнее, с подписотой. Так, мы вернулись. Мы вернулись, короче говоря. Так. Сейчас. Мы журналиста встретили. Так. Сварасшие ですね. Сашицкай накереба. Темнею о кики ште ёросшие деска? Ие, кичи ни каку цмори ва арима. Ааオーナーと店員が恋人同士だと周知されるのは分かりました。必ず書かないとお約束します。喫茶金ウアンですか。カフェ金ウアン。今度お伺いしますね。次の質問いいですか。お互いの好きなところを教えてください。たくさんあるけど一番は優しいところかな。あなたも同じで親身になってくれるところも好きなんですね。メイクのアドバイス、服のコーディネートをしてくれるなんて素敵な彼氏ですね。ディル、
どうしました？さっきも同じこと言われたからびっくりしちゃったみたい。なるほど。な、お恥ずかしながら私は彼女に対してアドバイスやコーディネートもできませんから。同じ。彼女がいるんだ。どんな人の？料理上手で笑顔が素敵な人です。ただののろけですね。なあ、やっぱんさってくれた。いいんじゃない？僕恋バナ聞くのも好きだよ。どこで出会ったの？告白はお兄さんから？それは。はーい、ごめんなさい。もう困らせないから許して。最後の質問です。逆にお互いの嫌いなところ。嫌いなところはないし、直してほしいところもないな。君は？お互いになしと。ラブラブカップルで羨ましいです。そういうお兄さんだって彼女とラブラブなんでしょ？いや。幸せそう。彼女さんとお幸せに。質問は以上です。ご協力ありがとうございました。最後に写真を撮るので、寄り添った写真を1枚いいですか？はい。はい。ほら、もっとこっちこっち。じゃあ撮りますよ。ありがとうございました。来月28日発売の雑誌に掲載するので、よかったらチェックしてください。あ、スマホでも撮ってもらっていい？いいですよ。ありがとう。いえいえ。それでは失礼します。прошу меня извинить。大丈夫？ぐったりしてるし、喫茶店で休憩。あそこにしよっか。たまたま目について入ったけど、雰囲気良さそうでよかったね。疲れた時は糖分補給って言うし、甘いのにする？すみません、あんみつ2つで。あんみつ？Если я еще знал, что такое あんみつ。あみつ。かしこまりました。少々お待ちください。あみつ、プリコールな。僕はあんまり疲れてないかな。でも甘いの食べたい気分だったからあんみつにしちゃって。緊張しないでインタビューに。ああいうのに慣れてるだけだよ。街を歩いてるとよく声をかけられるんだよね。あ、モデルにならないかってスカウトされたこともあるよ。я даже не знаю, сделать вот так скрин, не сделать, в принципе. Хрен его знает, сделаю, конечно. А там, в принципе, посмотрим, чё, как. ここまでの出来事を、ここまでの出来事を記録する？断ったからモデルをしたことはないんだ。どうだろう、おしゃれだからスカウトされたっていうより、猫種が珍しいからだと思うよ。あ、僕は三毛猫なんだ。三毛猫のオスってかなり珍しいみたいだね。猫は愛される生き物で、しかも三毛猫のオスならみんなからチヤホヤされる。モデルとして絶対に耐性するって熱心にスカウトしてくれた人もいたんだけど。珍しいからってチヤホヤされてもあんまり嬉しくないし、三毛猫の僕じゃなくて僕自身を好きになってくれる方が嬉しいから。君なら僕のこと猫種とか関係なく愛してくれそうだなって思うんだけど。僕の優しいところや明るい性格が好き。僕も君が大好き。ねえ、覚えてる？僕たちは猫だから自分を心から愛してくれる飼い主や
雇い主に出会うことをあの時は君がそうなってくれると嬉しいなって期待しつつ、ダメだったら仕方ないなって気持ちでもいたんだ。でも今は絶対僕の飼い主になってもらいたい。はい、絶対。それでいつかもっと特別な、お待たせしました。うわ、黒蜜がたっぷりかかってる。シエロ、いただきます。うん、美味しいものを食べると笑顔になっちゃうね。大変ですね。それに疲れも吹き飛ぶ。よかった。さっき言おうとしたのは、君の飼い猫になれたら言うよ。今すぐしてくれってことじゃないから。君が僕たちを飼いたいって思ってくれてるのは知ってるよ。そのために喫茶店経営を軌道に乗せたいって前に話してくれたからね。うん、待たせてごめんなんて言わないで。そもそもその予定がなかった僕たちを飼おうとしてくれるだけでありがたい。君みたいな優しい人と出会えて本当に良かった。ダメ、ドブリン。そんな優しい君だからおじいさんのお店を続けたい。君が大好きな場所を僕も守りたい。僕が君の支えになりたいんだ。オッケー。ううん、お礼なんて。僕も金運庵が大好きだからスタッフとして働けるのが嬉しい。一緒におじいさんの店を盛り上げようね。あは。ちょ、серьезно, финал? В натуре? А титры будут? Неко-арк S. Серьезно? Неко-пара. Cat Boys Paradise. Мы игру прошли? Офигеть, мы за этого игру прошли, да? Ну что, прикольно. Да-да-да-да-да. За этого, за Дила, да? Что, так мало, что ли, картинок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, еще шесть картинок. Неко-пара. Кят-то-бойз парадайс. Ну, короче, получается, мы должны поиграть за троих еще. А так... парней 4, то есть получается она выбирает каждого для кафешки. Мы выбрали этого стилягу, вот этого, довольно неплохо. Так, мачио аруйте ると よく声をかけられるんだよね。сохранюсь. どうだろう. А, неко, мезр. 君なら僕のこと、僕の、僕も君ね。覚えてる？あの時は。でも今はそれでいつか。セコンド。お待たせしました。うわ、うん、おいしい。それに君の、あ、今すぐ君が僕たちを飼いたいって思ってくれてるのは知ってるよ。そのためにここまでの出来事を記録する。ポダジディ、モジュク。うん、待たせてごめんなんて言う。君みたいな優しい、そんな優しい君だから君が大好きな場所を僕も、僕が君の支えになりたいんだ。ここまでの出来事を記録する。ここまでの出来事を記録する。ダーク。うん、お礼なんて。一緒におじいさんの店を盛り上げようね。ここまでの出来事を、ここまでの出来事を記録する。Да. Так, ну что я могу сказать, в принципе, об игре? Игра довольно интересная, короткая, но для вас, дорогие дамы, я начал играть в эту игру, потому что тут такие интересные пушистики. Вот. Интересные пушистики. Они работают у нас в кафе, и мы узнаем каждого пушистика по-своему. Вот этого Неко. Только
Нека-кунов, да. Вот. Ну, короче, что еще я хочу сказать. Когда мы выбираем котиков из четырех, они становятся домашним котом данного кафе. И она становится хозяйкой этого кота. То есть, получается, она привязывается из четырех котов к одному. Что я хочу сказать, дорогие ребята, дамы и мальчики, и девочки, и господа. Спасибо за внимание. С вами был Казуко Фэмили. Оставайтесь на связи, не забывайте про репосты. Мы не забываем про вас. Мы делаем уникальный, редкий контент, который я стараюсь делать изо всех сил. Не забывайте про лайки, приглашать друзей. И еще раз, дорогих дам, с 8 марта. Поздравляю Евгению Лекомцеву с 8 марта, Снежану Демину, Марию Кутепову, всех девушек, которых я знаю, всех знакомых и подруг, которых я знаю. Главное, вам здоровья, счастья, дорогие мои. Оставайтесь на связи, главное, чтобы у вас было здоровье, много денег, счастья, все ваши мечты воплощались. А всем до скорого, всем спасибо за внимание, с вами был Казуко Фэмили, всем добра и до новых встреч, пока-пока! Некоарк S Некопара, Кяттобойз Парадайс